Так, значит, я говорю, теперь я сомневаюсь, что никто не может мне помочь, правильно? Правильно. Шаг второй. Теперь я сомневаюсь, что никто не может мне помочь. Я Угу. это сказала. Отлично. И что теперь? Теперь Что-то третий шаг. Третий шаг, ага. И третий шаг звучит так. А теперь я думаю, что Маша. А теперь я думаю, что Маша, Софья, что и происходит, я не понимаю. Маша, ты такая прелесть. Тебе, Ну может и быть, правда не надо меняться? Вот я сейчас мне думаю. не надо меняться. Да, Машенька, Но потому мне что ты ведь такая грустно, прелесть. Софья, что никто не может мне помочь. Это как-то, знаете. Тогда, Машенька, третий шаг – это шаг, который должен как бы внутри тебя сделать такое изменение. То есть, например… Маша, Софья, что такое? Это как-то пугает немножко.